это Влад. Вот это Владик. Вот. Почему именно ты выиграл чемпионат России на трудности? Не знаю. Может быть, опыт пришел. Опытный стал. Вот. Ну и тренируюсь, вот такие условия хорошие. Вот так вот. То есть остальным достаточно опыта и лазание на болдере в стене? Возможно, не хватает лазания сложных трасс и там опыта выступления еще по сложным трассам. Как-то так. Расскажи, как ты готовишься к двоеборью? Двоеборье? Ну вот, надо обильно удариться в болдеринг, подкачать летающие слабые стороны, прыжки, координацию, лежачку надо полностью посваивать и новый тактик разношивать. Что за тактик? Медрок, дрон. Влад, какие бы соревнования хотел выиграть? Мечта выиграть чемпионат мира, чемпионат Европы, этап Кубка мира, Кубок Европы, вот, ну, этап Кубка Европы. Типа каждое соревнование по одному разу хотя бы выиграть, было бы круто. Вот будет не растянуто, когда пятки ставлю. Она мне пригибается, чуть выталкивает. Я надеюсь, это справится. Денис, что про Влада можешь сказать? Я гордый. Он большой молодец. Умочка просто.